Виндзорский узел. Начинаем с того, что перекидываем галстук через шею. Делаем так, чтобы широкий конец был длиннее узкого. Скрещиваем концы широким сверху. Проворачиваем вокруг узкого конца. Затем продеваем широкий конец через горлышко. Взглянем на это еще раз. Заворачиваем узел широким концом и затем продеваем его в горлышко через низ. Смотрим еще раз. Теперь продеваем широкий конец галстука через петлю, которая у нас получилась. Затягиваем узел, просто потянув за широкий конец галстука, до тех пор, пока нас не устроит результат. Чтобы поднять узел ближе к горлу, просто держите за узкий конец галстука и другой рукой подтяните узел ближе к горлу. Конец галстука должен находиться между верхней и средней линией пояса. Если он слишком короткий, перевяжите узел, опустив широкий конец ниже и наоборот.